На этот субботник люди пришли не только с граблями и ведрами. В руках цветы. Артисты и режиссеры привели в порядок аллею актеров, которые находятся на городском кладбище. К ним присоединились Самарский союз художников, союз писателей, сотрудники библиотек. Мы живем, пока мы работаем здесь и сейчас, на сцене. После нас не остается ни нот, ни картин. Поэтому артист жив, пока жива память. И то, что много лет тому назад мы росли, мы воспитывались на этих артистах, мы учились у наших старших коллег, старших товарищей. Мы с ними вместе служили. Акцию «Культура памяти» организовало Министерство культуры Российской Федерации. В этом году она прошла впервые. Актеры, музыканты, писатели убирали прошлогоднюю траву, приводили в порядок памятники. В силу разных причин ухаживать за некоторыми могилами некому. Я думаю, что у каждого горожанина нашего города есть здесь хоть одна, но могила кто-то здесь есть. Но и здесь захоронены прекрасные артисты, которые несли культуру людям, несли культуру в наш город. И как бы почтить их память, убраться у них на могиле, мне кажется, это, ну, как бы это пафосно ни звучало, это святое немножко дело. Актер Виталий Тимошкин начал уборку с могилы Ванды Оттович-Воловской. Говорит о женщине с придыханием. Это была мама, это был мой преподаватель курса. Я мать потерял рано, она заменила нам все это. Эх, сейчас таких людей нету. Такая женщина была, бескомпромиссная, монументальная. Добрая, как океан. Ай. Одна из красивейших актрис, которая появляется на провинциальных подносках. Представители творческой богемы одобрили идею акции памяти и решили повторить ее в следующем году. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События.